Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня будем разбирать старые телевизоры. Приобрел я вот за 10 баксов 4 телевизора. Будем смотреть, что их интересного. Два телевизора. Кварц 361, Кварц 303. Это у нас Витязь. Ну, Витязь интересный, старый. Витязь, это вот самый большой, это у нас Рубин. Видно, вот маркировочка. Шильдочка такая. И здесь внизу Рубин написано. Кот под руками лазит, отгоним. Внутри видно, вот у этого Рубина разорвана сетка. Не в этом у нас смысл. Пшик! Пшик пошел! Кот под руки лезет. Сегодня будем разбирать именно Рубин. Еще таки у меня не попадался, при том, что старый. Самому интересно, что тут. Ну, это видео больше для любителей радиотехники, радиоразборки техники. Телевизоры старые такие. Три штуки у нас с алюминиевыми крышками, а Витязь пластиковый. Год выпуска Витязя. Ну это уже это. Этот я сегодня разберу, а эти уже потом постепенно. Он уже почти открытый. Осталось убрать один шурупчик. Телевизоры, хотя и старые, но интересные. Крышку можно сдать на алюминий. Так, он тут открывается. О, открылось. Крышку на алюминий. Это пластика кусок. Крышка большая, килограмм. Где-то полтора будет. Экран у нас тут уже отбитый. Этот телевизор пережил войну. Что у нас здесь есть? Страшный запыленный. Так особо ничего интересного. Здесь у нас немного меди. С такой кинескопа, наверное, грамм 200 всего получается. Потом, что мы тут видим? Внутри вот небольшая идет. По экрану оплетка, даже их две здесь. Обычно идет по кругу такая по экрану, по кинескопу, а здесь вот одна идет так вот, и вторая на пол кинескопа. С такими редко попадаются, но попадаются. Сейчас откроем, посмотрим, что у нас здесь. Все разбираться не буду сегодня, постепенно все. Здесь вот у нас полевички видно, небольшие, два стоят вот с позолотой GT 346 А. Еще здесь он один видно, полевичок. Третий. Ну это обычное дело у них. Обычно вот в этой коробке интересно, что встречается. Сейчас я ее вскрываю. Смотрим, что здесь у нас. Так. Одной рукой неудобно, но можно вскрыть. Ладно, сейчас я это дело заверну и будем откручивать болты. Вывернем два болта, откроем коробочку
достанем. Обычно рубины раз на разборку я разбирал. Другие телевизоры, ну, бляха, не тоха скрутил немного. Пару болтиков. Откручивается пару болтиков с этой стороны платы. И они снимаются легко. Отвертка толстоватая. Искакивает. Вот, открутил второго. Так, две платки я отвинтил, короче. Вот, а выверну, чтобы не падало. Вот у нас тут идет две плеточки такие. Они не очень тяжелые, но здесь внутри есть медь. Ну, с двух будет, наверное, грамм. 300 меди. В общей сложности в этом телевизоре где-то так. Грамм 400 меди. Чистой. Может больше немного. Сколько они по весу, но мне тяжелые. Ладно. Медь медью, но мне больше интересны платки. Что в платках смотрим сейчас. Эй, позастревала все. Она помимо того, что на болту, еще что-то держит, еще болт один. Вроде же выкрутил. Ладно. Извлекаем платку. Здесь у нас вот стоит конденсатор такой. Где-то он. Вот конденсатор, он с фольги, ничего в нем нету. Вот на самой платке видно у нас микросхема. Не фокусируется фотик так. Микросхема К174УР5, 91 год. Здесь стоит вот ФПшка. FP3, FP9. Там молоски идут залоченные. Это вот необиевый конденсатор. Небольшой такой. Получается. Маленькие полевички такие вот. У них тоже позолота немного есть. Здесь их стоит на этой платке 1, 2, 3 штуки. И самое интересное, это вот эта маленькая микросхема. Микросхема у ПЧЗ-2, 91 год, 7 месяц. В этой микросхеме содержатся бескорпусные КМ-ки. Наверное, штуки 3, более крупные, и 2 или 3 мелких. Это все, на что богата эта микросхема. В этой вот микросхеме у нас, я уже показывал, есть такие вот полевички с позолотой, видно, вот желтенькая ножка здесь выступает. Что-то резкости нету. Причем немного. Все равно нету. Ладно, здесь три полевичка таких. Какие-то вот диоды маленькие стоят, тоже там позолота небольшая. И полубочонки, транзисторы. 1, 2. Это в этой микросхемке особо
Немного что-то доешь. Третья микросхема. Ничего интересного нету. Здесь вот на большой стоит у нас две микросхемы 174. Видно ножки с позолотой. Вот еще одна микросхема. Ой, что у нас на ней? Короче, сейчас открутим, посмотрим. Это вот болты эти. Выкручиваю. Болты сейчас достанем. Особо ничего здесь такого ценного нету, но интересно поковыраться, поразбирать. Вот. Достаю микросхемку. Я тут микросхемку, плату, короче, достал, да. Здесь она запылена страшная. Здесь вот стоит у нас микросхема 174. Опять же, УЛЗ-64-8. Сейчас посмотрим, что внутри. Это со стеклом. Есть этой микросхемке стекло. Волоски идут. Ну, волоски это так. С какой-то металла, не знаю. Здесь вот маленький зеленый конденсатор. Там серебро. И вот желтенький есть конденсатор. Болгарские куклины. Маркировочка на нем 1МВ. Но объектив мой этот не бери. Один вот конденсатор есть. Вот. Второй конденсатор такой. Два конденсатора. Обычно бывают ХМ-ки, но тут стоят зеленые. Такие вот фольговые конденсаторы. Также вот их три штуки зеленых вместо КМ-ок. Стоят такие вот зеленые. Вот. Потом, что у нас здесь есть еще содержащие тантал, два кондера. Вот. Бачки такие на этой плате. Там еще вот одна микросхема К-174. Ну, из такого интересного на ней еще заканчивается. Бросаем сюда. Здесь у нас стоят также вот две микросхемы. Кажется, я уже показывал их. Потом, что еще здесь есть у нас интересное. Транзисторы вот. КТ-940А. Здесь их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Уже неплохо, что транзисторы содержатся. Дальше идем сюда. На эту сторону. На этой стороне у нас видны еще транзисторы. Вот. Транзистор. Поворачиваем его. Это телевизор сильно запыленный. Тоже КТ-975. Вот еще один транзисторчик есть. Интересный. И вот еще третий транзисторчик. И здесь три транзисторчика стоят на этой платке. Потом та платка еще небольшая. Бляха, взломал. Ладно. На ней особо ничего нету. Так что доставать не буду. Какие-то белые. Это конденсатор К739 еще. Здесь вот еще где транзисторы вот стоят. Здесь есть полубочонки. Вот 1, 2. Потом вот это 3, 4, 5 и 6, 7. 7 штук полубочонков. И вот танталовый синий.
итоге с телевизора танталовых здесь получается 1, 2, 3 крупные танталовые и такой вот центр кадра возле микросхемы слева необеновый. Здесь у нас вот тоже стоит такая платка. Не знаю, где добраться. Отвертка не залазит, чтобы открутить. Ломать надо. Ничего, сейчас попытаемся отломать. О! Свернул голову. Что ж здесь есть у нас? Транзистор. КТ-839А. Вроде ничего особо интересного не содержит. Это полубочонок еще один стоит здесь. Еще один полубочонок. Ну и все. Такого. И вот стоит небольшой полевичок. Вот и желтый такой ножкой выступая. Знаю, что-то резкость не наводится никогда. Обычный стандартный телевизор. Ничего такого интересного нету. Да это я недельку назад разбирал телевизор. Вот гора целая лежит. Нету. Это современный. Там ничего не было. И такие тоже ящики большие, ламповые. Здесь горизонты, витязи. Вот в этом вот витязе маленьком. Опа. Такой вот витязь. Старый маленький здесь. Было, наверное, штук 20 зеленых км квадратных. В общей сложности около 6 грамм. Это с этой вот группы, с партии. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 телевизоров. Здесь один только попался, что в нем км-ки были. Были и желтые, болгарские, и много зеленых было. М5, кажется, маркировка там. Не очень такие, чтоб дорогие. Ну, этот телевизор чем порадовал. Здесь было много их. Это с 91 года. Его напичковали военными деталями. Ну, а в этих, в остальных, мелочь там. В одном только 4 км-ки попали зеленые. Ну, небольшие. И все. Это я партию эту уже разобрал, наверное, неделю назад. Ну, это вот свежие 4 телевизорчика. Рубина я еще такого не видал, не разбирал. Того, что его и решил разобрать сегодня. Ну, а это я вот, что уже стоят, это уже в следующий раз. Так как сейчас уже вечер, солнце на горизонте садится. Но не так светло, чтобы с этого... Того, наверное, и резкости особо нету. Можно сказать, телевизор не богатый, чтобы км-ки да что было. Ну так, все равно что-нибудь да есть. По мелочи, и то рады. Это вот, я такие вот транзисторчики люблю. Интересные они. Собираю. Ладно. На этом будем заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки. Кто интересуется разборкой радиотехники, телевизоров и прочей, обзором плат, подписывайтесь на канал. Думаю, буду еще вылаживать не одно видео. Разбираю это уже не один год. Много занимаюсь им. Ну, решил только разборку снимать на видео. Может, кому будет интересно. Ну, и что вот это? Платка тут стоит. Интересно. Добраться до нее, конечно, тяжковато туда. Что там есть? Обычно есть здесь небольшая км-ка одна вот в этой плате. Или зеленая стоит там за этими вот регулировками. Или зеленая, или маленькая, мелкая-мелкая там крупица тантала. Вернее, не обе даже. И вот еще такого я не видал. Флажок. Обычно флажки небольшие, а тут, бляха, о. Наверное, спятак советский с монету. Ну, по толщине
міліметра 3-4, 3 где-то. Такого я еще не встречал. Ломать его не буду, хай аккуратно скушу пассатижиками плоскодонными. Ладно, на этом будем заканчивать уже. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.